Всем привет! Снова здравствуйте! И давайте в этом видео рассмотрим, как сделать конструктор. Вот именно советский конструктор, кто помнит, или вот сейчас какие, не знаю. Ну, в принципе, наверное, же одинаковые. И вот сделаем одну деталь из этого конструктора. Я надеюсь, что вот именно такие простые детали, как делать, допустим, окорок, и вот там еще что-то я снимал, именно пригодятся тем, которые вот только изучают ZBrush, и именно понимание, как используются детали, как это все делается, именно на простейших вот таких примерах. Ну, поехали. Так, давайте откроем куб. Теперь вот любимый мой size. И поработаем немножко вот так, придадим форму именно вот той модели нашего куба. Где-то он, по-моему, вот так вот выглядит. Мы его потом еще подкорректируем, конечно. Подкорректируем. Так. Ну, теперь давайте сделаем ZRMesh. Посмотрим на сетку. И сделаем DynaMesh. Вот так все это вышло. Так, теперь добавим append цилиндр. Отключим поле F, переключимся на цилиндр. И давайте теперь опять же в геометрии и все так же, как и делали. Уменьшаем. Вытягиваем. И смотрим сверху, какой размер нам нужен. Вот так где-то пойдет. Я думаю, что не будем делать слишком близко их, вот эти цилиндры, потому что они потом могут срастись и будет модель уже неудачная. Сыграем лучше на кубе, на нашем. Так, теперь делаем вот этому цилиндру также ZRMesh. Надо выставить. Жмем Ctrl и вот с помощью MOV вот это дело все вытягиваем. Вот так вот это дело все вытягиваем. И ставим их 6 штук. Вот так вот. Ну вот, что-то в этом духе у нас получается. Так, снимаем маску, смотрим, как это все дело у нас тут установилось. Так, и теперь подкорректируем вот этот куб наш. Опять же, это будем делать в сайзе, геометр, сайз. Сначала мы его немножко вот так вот. Так. Делаем Ctrl-Z. Переключимся на куб и вот так вот в сайзе поработаем в геометрии. Так, вот так вот и немножко вот так вот подкорректируем. Вот так вот. И немножко сплюснем. Так, теперь будем делать вот что. Переключимся вот на наши цилиндры и немножко их посадим вглубь. Так, вот так вот. Так, первая деталь у нас готова. Если вам, допустим, нужны будут 4 штуки двойные, то делаем вот так вот. Делаем сабтулы, объединяем вот этот сабтул. Кстати, тоже сделаем, наверное, цилиндром DynaMesh. Так.
И все это дело давайте merge down объединим. Окей. И делаем дубликаты. Сколько нам надо? 4, 3, 2. Переключаемся на резку. Вот так вот. И режем сколько нам надо. Вот такой у нас куб получается. Вы ему опять же потом делаете сетку нормальную, отрезки. Вот так вот. Сейчас вам покажу. Старайтесь тоже здесь резать более-менее нормально. И теперь делаем геометрии. Опять же делаем DynaMesh вот этой модели. Вот так вот. И делаем одну полигруппу. Вот у вас уже получается двойной. Вот так вот. Так, ну теперь давайте почитаем. Уже мы это дело много раз делали. Так, с вычитанием тут получится чуть-чуть по-другому. Так, вот этот модель, вот эту, вычесть не получится, если мы ее уменьшим. Или давайте попробуем. Так, вот от этой модели будем вычитать вот эту. Значит, к этой переключимся, отключим поле F, поставим прозрачность и попробуем с помощью Scale все это дело вот так уменьшить. Вот вы видите, что мы уже не попадаем. Ширина вот этих вот не попадает у нас цилиндров. И что можно сделать? Это вот делаем так. Все это вернем назад. Вот таким образом. И просто разделим вот этот subtool с помощью split, group split. И уже будем работать вот с этой частью. Вот так вот. Делаем scale, вот так вот уменьшаем. Получаются вот такие у нас отверстия. И с помощью move их передвигаем, вот так вот где-то ставим. И теперь работаем, опять же, маскированием. Вот эту часть маскируем, а эту часть передвигаем, вот так вот. Так, теперь эта часть маскируется, и вот эта часть. Вот так вот маскируем это все дело. Передвигаем вот эти две части. Конечно, запарка, но ничего, сейчас разберемся. Вроде бы простой такой куб, а вот так вот заморочек в нем. Так, все эти мы установили. Теперь эти нижние маскируем. Вот так вот нижние маскируем. И работаем теперь только с верхними. Мы их чуть-чуть подгоняем. И повторяем то же самое. Вот так вот. Теперь немножко их можно
Так, снимаем маску. И в сайзе давайте их сделаем чуть-чуть длиннее. Так, сайз. И вот это вот. Вот так вот. Чуть-чуть длиннее. И вот этот куб, который мы отделили, мы его вставим. И объединим вот эти два сабтула. Нажмем Merge Down. Окей. Так, смотрим теперь, какая у них сетка. Вот так вот. И вот теперь с этого будем вычитать вот нижний. Переключаемся. Сначала включаем нижний сабтул, ставим на вычитание, переключаемся на верхний. Так, вот нижний куб, еще надо сделать чуть пониже, чтобы он выступал. Сделаем маску, если забыли. И с помощью мов вот так вот вытянем. И немножко можно, наверное, резкой поработать. Вот так вот. Делаем одну полигруппу Ctrl-W. Так. И теперь еще сделаем DynaMesh вот этой модели тоже. Делаем DynaMesh. Смотрим сетку. Так. И теперь их объединяем и вычитаем. Ставим на вычитание, на верхнюю модель. Верхнюю модель сделаем одной полигруппой Ctrl-W. И теперь еще вот это все merge down. Окей. И вот так вот снимаем маску. Вот такой куб у нас получился. Добавляем теперь Ctrl-D и Ctrl-D. Вот такая штука вышла. Можно теперь сделать деформ. Вот так вот. И релакс. Ну и давайте теперь все это дело раскрасим, наверное. Ставим RGB. Зад отключаем. Ставим красный цвет. Делаем draw size. И немножко все это дело покрасим. Ну и можно этим сделать еще, давайте вот этот куб, мы его чуть-чуть поднимем. Вот так вот где-то. Перекрасим его в синий, наверное. Ну и вот этот тоже вставим с помощью мов. Вот так вот.
Покрасим его, давайте, в зеленый. О, ага. Прикольно будет. Ну и немножко дубликат сделаем. Сделаем дубликат и вытянем вот этот вот сюда вот так вот. Покрасим его, допустим, в оранжевый. Или какой этот цвет. Вот такой конструктор у нас получается. Можно потом также на таком же примере делать просто с куба любые детали и добавлять вот эти соединения и потом вычитать. Все, всем пока, до свидания.